Кем я только не мечтала стать. И дизайнером, и переводчиком, и телеведущей, и Илоном Маском. Но только в последнее время я поняла, что мне действительно нравится. На бакалавриате я училась на менеджмент гостеприимства. Мне повезло, и в последний год обучения я попала в Финляндию, училась там. Нас учили проводить исследования. Одним из таких исследований было качественное. Я общалась со студентами, пыталась выявить их боли и потребности. И затем на основании этого я проводила количественные исследования, отправляла опросы и понимала, скольким людям тоже у них есть эта проблема или нет. Ну, подтвердить некие гипотезы. Целью моего исследования это был мой диплом, мой дипломный проект, и он был на тему фирменного стиля ресторанного предприятия. Тогда я понимала, что мне очень нравится дизайн, но мне не дали переделать дизайн ресторана, зато дали немного другую тему, больше, наверное, UX-овую, по пользовательскому опыту. Мне нужно было проработать флоу в ресторане. Как ходят люди, как им удобнее рассаживаться, и как нужно расставить столы так, чтобы это было удобно, и больше там блюд заказывали, все такое. Потом я приехала домой, стала искать работу, учеба закончилась. Тоже заглядывала на вакансии в дизайне, понимала, что очень хочу там работать, но мне не хватало опыта. Мне не хватало опыта, у меня не было знаний, поэтому я пошла по профессии, устроилась в Booking.com. Работа была классной, интересной, но суперстрессовой. Мне приходилось общаться с клиентами, я супер сильно за них переживала и не спала ночами, и думала, как же мне вообще изменить свою жизнь. Что мне должно нравиться. Я понимала, что мне нравится дизайн, и искала образование в этой сфере. Искала магистратуру, поняла, что там мне не хватает базовых знаний, то есть я не владела всякими программами, я не знала, что такое Photoshop. Ну, так на базовом уровне, да, там любила фотографировать, фоточки обрабатывала, но этого не хватало. И в итоге пришлось пойти на переводчика, потому что английский язык я знала хорошо, но дизайн меня не оставлял. Вот, и мне один день посоветовали full stack дизайн курс на Geekbrains. Мне безумно понравилось, я вообще прочитала, какая там есть программа, о том, что там есть гарантированное трудоустройство, о том, что можно как раз овладеть всеми базовыми программами, и Photoshop, и Illustrator, и чего там только не было. Я прочитала, позвонила, сказала, вообще очень классно, ребят, хочу, типа, давайте подпишем договор, и следующей неделе начала учиться. Вся программа шла пошагово, по мере наполнения моих навыков и знаний. Мне достаточно просто было учиться, потому что мне очень нравилось это. А если какие-то там вопросы возникали, то всегда можно было написать преподавателям, наставникам, комьюнити-менеджерам. Были люди, с которыми можно обратиться и по каким-то вопросам там найти ответы. И затем я также стала наставником. Это мне тоже помогало там свои знания укреплять, потому что студенты задавали вопросы. А если там какие-то не знала ответы, то я искала также информацию в интернете. И мне это помогает в моей профессии. Самое главное, это вот как раз и поковырять то, что я делала исследования. И в Geekbrains меня учили проводить исследования. И сейчас я ими тоже занимаюсь, это очень важно. Я долго искала работу, обращалась по программе трудоустройства к HR Geekbrains. Мы составили мне классное резюме, она мне там поправила, как лучше там говорить. Поначалу было сложно, потому что я немножко там стеснялась, у меня не было там суперклассного опыта, несмотря на то, что я делала некоторые проекты, у меня были уже действующие работы в портфолио. Я проходила стажировки в Geekbrains, очень прикольный опыт, это кросс-функциональные стажировки. Мы там с командами собирались и делали какой-то один продукт. Один из таких продуктов это было приложение по сборке продуктов. И менеджер из Mail.ru обратил внимание на такую вот мою работу со стажировки. Я сделала для него несколько страничек для его проекта. Это был онлайн-стримы для онлайн-магазинов. Ты как пользователь гуляешь по магазину, а тебе этот магазин демонстрирует. Ну, типа, есть им видео, у них, кстати, по-моему, тоже такая функция есть. Товары, там, продавец-консультант их показывает во время онлайн-трансляции, ты смотришь, типа, изучаешь продукты.
меня теперь работа в радость. Если раньше я очень сильно переживала, то сейчас мне идет все легко, у меня очень классные коллеги, безумно прекрасный офис, суперинтересные задачи, они креативные и полезные, даже, я не знаю, типа, супер счастлива. Да, я работаю в Озоне. Мне посоветовал HR GeekBrains, она мне прислала ссылку, что, Яна, вот смотри, есть такая вакансия. Дальше все зависело от меня. Я написала HR Озоны, мне дали тестовое задание, и оно всем понравилось. Потом я уже когда спрашивала, мне сказали, типа, все, что хотели в этом тестовом видеть, мы все увидели. Первоначально я думала, что мне не будет хватать там каких-то базовых знаний на работе, но сейчас я понимаю, что на самом деле я иногда, мне кажется, знаю даже больше, чем мои коллеги. Вот эти вот знания, которые мне дали в GeekBrains, они мне супер помогают. Все эти бесконечные домашки, которые я делала каждый вечер, и не только вечером, и утром, на протяжении всего дня, мне супер помогает. То, чем я сейчас занимаюсь, мне приносит кайф, мне нравится. Я считаю, что я развиваюсь и не зря живу.